Всем привет, дорогие друзья, мои подруги, с вами, как всегда, Алекс, а это коротенький ролик про огнеметик. Да, собственно говоря, я тебе покажу его, вот, возможно, ты уже знаешь, вот этот вот джак-очиститель называется, это огнемет против мегаотродия, мимиков и всех-всех-всех зомби в третьей зоне. Вот, также в старом треугольнике работает, проверил на мегаотродии, проверил его везде, ставится на АР-ки и остальные на ППшки не ставятся. Почему у меня не ставится, не знаю, потому что у ППшек нету, собственно говоря, этого джака. Может, не на все ставится, но на мою любимую не ставится. Поэтому на АР-ке, в принципе, везде ставится. Я его тягаю иногда как второе оружие, просто чисто для огнемета. Вот. Тягаю. Что я хочу сказать? Значит, мегаотродия первая, вторая зона, там понятное дело, что всех боссов он шьет. И улучшаешь на третий кристалл, на золото, мегаотродия сносит за, ну, минутку точно. За минутку сносит его, просто сносит, открывает он рот, не открывает. Также послушников всех червячка, к сожалению, тоже потестил на червячке, ноль эффектов, честно говоря. Просто ноль эффекта на червячке, и сейчас покажу тебе коротенький ролик, потому что, ну, все бегают с огнеметом, но как не сказать про это. Вот, все-таки я бегаю иногда с ППшкой, потому что я заметил, что даже та же ППшка, да, если не брать только мегаотродие, а примерно плюс-минус также сносит всех. Но у огнемета дистанция очень плотная, вот, и поэтому многих зомби сносит. Мегаотродие быстрее гораздо сносит, чем эта ППшка, но я его беру как только второе оружие, вот. Если чисто целенаправленно на мегаотродие идти в третью зону, то, конечно, лучше огнеметы. И не забывайте про саморезы, потому что без саморезов подойдут сзади зомби, и вы с огнеметом там просто загнетесь этим. Вот. Единственный минус это, ну, ты слабенько бегаешь с ним, а так одни плюсы, в принципе, берешь как второе оружие. И хочешь АР-ку основным сделать с огнеметом, пополняются боезапасы в ящике. Либо полный боезапас увеличивает еще больше этих самых огненных снарядов, можно так сказать. В общем, записал коротенький ролик вот, по мегаотродию, по всему. На червя с ним вообще крайне не рекомендую ходить. Бегаете медленнее, все делаете медленнее. Огнемет абсолютно никак его не дамажит. В треугольник, в круг, пожалуйста. В третью зону, пожалуйста. Да. Это ух. Да, всё. Очень быстро. Нормально ты его. Очень быстро. Так, о. Очень быстро. Очень всё. Быстро. Да, пробуйте там на лендах. Я пошла крушителя быстро. Очень быстро. Очень. Ну как? Все. Ох, нормально ты. Да. Иди, я прикрою, можешь баловаться своим мегаотродием. Ой, тут и мим еще, господи. Все. Да, быстренько. Давай послушника попробуем, да? Тоже быстро.